В воскресенье, лето, мы на сборах, настроение супер. Лучше не бывает. Ну, атмосфера всегда дружелюбная, потому что после лета и перерыва мы все рады друг друга видеть. Мы часто встречаемся с парнями. Здесь такая возможность увидеться, что-то обговорить, ну и вместе провести время, ну и сдать все нормативы. Да, времени хватило. Май целый, июнь. Хватило, да. Отдохнул. Хочется еще, время будет, я думаю, до начала игр. Ну, как всегда, он был посвящен того подготовке к сборам и к подготовке к чемпионату Республики Беларусь. Подготовили теоретические материалы, вопросы ответили. Также провели тестирование на льду и на земле. И посмотрели, кто в какой физической форме подходит к новому сезону. Ну, вы же видели, подготовка у судей у наших идеальная. Ни одного падения за полтора часа времени. Вот, все прошло отлично. Ноль травм, главное. Ну, я, как всегда, в отличной форме, только жду хорошего сезона, позитива и всем хороших игр. Я вроде все сдал в зеленой зоне, поэтому я доволен, как всегда. Ну, в принципе, да, почти не отдыхали месяц какой-то после чемпионата последнего. Еще любители у нас тут были, и поэтому... Да, толком не отдохнули, но рады всегда здесь находиться. Ну да, мы, потому что белорусские судьи профессионалы, пока все еще там на пляже с коктейлями отдыхают, мы вот в поте лица трудимся, сдаем нормативы, поэтому все здорово, ну нормально. Раньше сдали, все свободно, поэтому все хорошо. Да, да, успели перезагрузиться, в принципе месяц, кто отдохнул, кто чем занимался другими семейными вопросами, это хватило перезагрузки, чтобы с новыми силами вступить в новый сезон. Я всех рад видеть, хорошая компания, нормально. Не знаю, как-то я грустно ответил на этот вопрос. Ну, все хорошо, я не знаю. Все сдали, интересно, там, правила сдавали, тест по правилам с музыкой. Вот, это необычно было. Да не, наверное, порадовала все-таки такая дружелюбная атмосфера, тоже судейская семья. Я как говорил, что мы можем уже не увидеться с некоторыми по ходу сезона, не судить, а здесь мы все вместе. И как бы есть что обсудить и есть чему порадоваться. Музыка хотя бы хорошая была? Да, с Видой Грейс, мне нравится такая музыка, было здорово. Не знаю, можно было бы еще больше провести время, но лучше бы, конечно, это было бы более в какой-то другой обстановке, может быть, загородной. Сейчас тоже будет какой-то перерыв, что сейчас будут судьи делать? Наши судьи будут готовиться к сезону, будут учить правила, будут совершенствовать ледовую подготовку, физическую. Конечно, мы не отдыхаем, мы работаем, следим за хоккеем, за тенденциями, за нововведениями. Мы только работаем, мы профессионалы.